Нереально. А можно с вами сфоткаться? Со мной? Да. Для чего я нужен? Да чтобы носить вещи. Жесть, а очередь не уменьшается. Это просто жесть. Друзья, всем привет! Вы на канале Веконста. Сегодня мы врываемся в один из торговых центров города Донецка. Поэтому сразу же поставь палец вверх, поддержи меня. Но в конце этого видео напиши абсолютно любой креативный комментарий, который выдвинет это видео в топ. Ну что, поехали? Холодно? Да. Какие-то детские штуки. Что скажешь? Нормально зашли? Да, я только зашла. Блин, вам же нравится, когда вот это... Снимаешь видеоролики, лазишь. Уже тут полотенце? Полотенце, да. 160 рублей. Кстати, сколько? 270. Слышь, ну тут как наподобие в Донецк-Сити. Мы тоже заходили, да? Угу. Все одно и то же. Таким серым и есть. Сколько? 606. Плед, да? Угу. Жесть, людей нет в Донецке. Тут что у нас? Это женский отдел. 1980. Слышь, ну тут... Можно купить, пару сезонов походить и выкинуть в корзину, чем покупать за 20 тысяч сапожки. Смысла нет, тем более сейчас такое качество, что сезон проходил, и скажи спасибо. Это заговор мировых людей каких-то. 930 рублей. Это, кстати, осенние, наверное, да? Думаю, да. Угу. Может и нет. Тут полазить можно, я думаю, выбрать что-то интересное. Тут, наверное, на первом этаже обувь чисто. Ну или какие-то еще приколы с сумками. Там чемоданы. 2700. Цвета какие хочешь. На самом деле здесь лазить можно до бесконечности. Часа 3-4 убить. По этим всем шмоткам пройтись. Слышишь, что там цена 1980, что здесь? Мне кажется, они одинаковые везде. Здесь какие боты. Какие-то покруче. А, цена 1980. Под копирку все сделаны. Мы уже тут минут, наверное, 10 лазим. Так это еще только первый этаж. Но это, наверное, самый большой обувной магазин по Донецку. Не, ну, в принципе, я снимаю видеоролики, что у нас тут происходит. Интересны всякие локации, поэтому получайте видосы. Слышь, на этот, в село, вот такие. На дачу. На дачу, 630 рубасей. Или на рыбалку. Вот на рыбалку. А, или на рыбалочку, вот. 630. Я думаю, на рыбалок 5 должно хватить.
сколько? 1200? Нет, ценник. 540 или 990. Детская обувь. А там одежда. Там детская. Детская одежда. Я так понял, это у нас примерочная очередь. Жесть. В очереди не хочешь постоять? Нет. В том случае человек 20, наверное. Знаешь, какие? Тебе такие нравятся? Цвет прикольный, оливковый. Да. А тут разные, видишь, цвета вообще. А сколько стоит? 1260. Это единственное, чем мне нравятся вот эти все магазины, так ты сам можешь подойти, взять и сам примерить. А на базаре пока тебя не всучат какую-то ерунду. А то, что понравилось, то и выбрал. Давай правый принесу. Спасибо. Два сразу. Этот не давит? Ну, эти покруче смотрятся. Так, а это мужские кеды. Ля, какие ортопеды. 680 рублей. Прикольный цвет? Да. 1440. Блин, это что, очередь в кассу? Да. Да ну нахер. Те не купила, и эти не купишь. А я и те куплю, и эти. Слышь, а мы там будем стоять 40 минут. Ну, посмотри, как он хорош. А сколько они стоят? 450. 450? Да. Тут пальцы выпадают. А в этом? Не, в этом нормально. Вот этот самый крутой. Ну бери это и делай. Не хочу серый, хочу розовый. Что, тапочки взяла? Да. Кстати, еще есть здесь сумки разные. 630 рубасей. Девятьсот рублей. Не знаю, насколько, конечно, ее хватит. Ну, вид прикольный. Друзья, короче, людей полно. На кассе мы вряд ли сейчас это все дело пробьем. Поэтому сейчас мы это все дело положим в ящичек, а потом заберем. Пошли. Так, ребята, здесь еще есть, я так понял, еще один этаж. По женским делам мы не будем ходить, наверное. А то не поймут. $720. Тут и курточки есть, слышишь? Или что это, пальто? 2310. 5760. Цвет как в 80-х. Так он и рулит. Мягкая.
Это ж, наверное, искусственный мех. Вот так на вид прикольная. 4320. А ты здесь потрогай. Здесь. Огонь. 3600. Блин, ребята, тут, наверное, надо часа 4 полазить, чтобы вам снять весь видеоролик. Жесть, вот это ворвался. Блин, очень много людей. Джинсы, футболки, штаны, рубашки. Блин, наверное, в континенте меньше людей, чем здесь. И даже в Донецк-Сити. Ну, Донецк-Сити немножко побольше. Именно сам торговый центр. Блин, юбки. Жесть. Тут у нас женское все. Ну, давайте по футболкам. Ценники посмотрим на футболки. 325 рублей. Футболка на сезон, на два. Чем покупать крутые там Adidas, Nike за 1500-2000 рублей? Так вы можете каждый сезон покупать все новые и новые вещи. Брюки 755. Это большие, наверное, пуховики женские. 3780. Цвета различные. Ребята, а вы любите лазить по таким магазинам? Не, что, мне по кайфу. Плюс еще ролик заснять. Кто-то сидит сейчас на диванчике. Смотрит ролик. А я сейчас хожу здесь. И для вас снимаю новые видосы. Но оно холодное. Но мне нужно холодное. Но оно не выстегивается никак. Вообще так нормально. Тебе цвет этот идет. А то, что оно без... Ну и что? Свитер теплый с начесом. Одевать и нормально. Пальто было лучше, да? Друзья, поставь лайк, если пальто было круче. Не, если нравится, берем, значит. Знаешь, какой подарок? Какой? XS. XS? Ну, если подходит, без разницы, хоть 4 XL, если оно подходит. Там L-ка еще, может, L-ка? Ну, это чуть получше. Оно и побольше. Ну, что-то маленькое. А? Что-то маленькое. С запасом. Так, здесь еще пайты. Так, а это, наверное, мужские курточки. 1800. Свитера. Пайта прикольная. 2000. Тысяча 980. Курточки. 2040. Красная прикольная. 2970 рублей. Это зимняя, наверное, потому что толстая. Рубашечки 500 рублей. Ребята, так как сильно большая очередь у нас в примерочную, мы будем брать не меряя. Ну, в принципе, эта кофточка тянется. Ну, Катя сказала, что вроде должна она налезть, потому что стоять
20 минут, чтобы померить. Это нереально. А можно с вами сфоткаться? Со мной? Да. Давайте. Блогеры. Ну да. Я вас смотрю. Для чего я нужен? Да чтобы носить вещи. Это серьезное. На серьезные разговоры. Спустя 4 часа выбрали 3 кофточки. Это какие? Какие? 3 часа лазили. Ну пошли. Жесть, а очередь не уменьшается. Это просто жесть. Кстати, друзья, лайфхак. Чтобы вы с собой все не носили, берете ключик и вот это все забираете. Это как мы сделали. Это вам на заметку. Пошли ботиночки возьмем еще. Сейчас будем еще 2 часа стоять в очереди. Ну иди занимай. Да ну кого занимать? Смысл? Приехал, ролик заснял. Купили тебе 3 кофточки. Тапочки и еще ботинки. Это жесть. Это, короче, вся очередь идет аж до конца. Спустя 4 часа вышли. Друзья, сегодня мы побывали в одном из гипермаркетов одежды в городе Донецке. Прогулялись, показал я вам цены, ассортимент товаров. Если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. Лайки ставим, на канал подписываемся. Всем пока!